Всем здравствуйте. Только что проезжая по улице Покровской в городе Житомире, на светлофоре, там где выезд с патрульной полиции, заметили, как патрульный автомобиль выскочил на красный свет светлофора, и при этом, получается, другие участники дорожного движения двигались на зеленый. Патрульные полетели за автомобилем, который якобы выехал, поехал на красный, хотя реально мы ехали в противоположном стороне, и мы ехали на зеленый, и они ехали на зеленый, а вот именно конкретно патрульный автомобиль выехал на красный. Мы развернулись, приехали, увидели, что данный патрульный полицейский, который был за рулем данного патрульного автомобиля, это был замначальника патрульной полиции города Житомира, начальник службы мониторинга Ганский Сергей Леонидович, который вменял водителю, что тот водитель якобы приехал на красный. Мы попросили, чтобы полицейский, именно Ганский, показал видео для объективности ситуации, там, где, ну, конкретно мы видели, конкретно, что водитель не ехал на красный, он ехал чисто на зеленый, а вот патрульный выскочил, даже не выехал, а выскочил на красный. Чтобы Ганский сдал бы видео своего видеорегистратора, который установлен в патрульном автомобиле. То, что он именно конкретно выехал на красный. Но Ганский дал заднюю, быстренько начал петлять и уехал, скрылся с этого, как бы, чтобы не понести наказание, которое он именно совершил, именно выезд на красный свет светофора. К сожалению, мы ехали на автомобиле, ну, не на своем я ехал, не было в автомобиле видеорегистратора, это к сожалению. Показать именно конкретно видео не было, но пускай теперь ты, Сережа Ганский, покажи вот то видео. Можешь дать даже мне с регистратора, я выложу себя на канале, там, где ты выехал на зеленый, вот эту всю ситуацию, без обрезок, все, что ты мне дашь, Сережа, блин, вот эту всю, с патрульного регистратора, я выложу себя на канале, если ты ехал на зеленый, если тот водитель ехал на красный, ну, серый, хватит уже беспределом заниматься, блин. Покажи реально, там, где ты нарушил правила дорожного движения, и привлечи себя к ответственности, а именно выезд на красный свет светофора. Тогда ты будешь, ну, нормальным пацаном. А так, получается, ты просто балаболишь, серый, блин. Ты просто набалаболил то, что ты ехал на зеленый, а водитель ехал на красный, блин. Серый, привлечи себя к ответственности. Выпиши сам на себя постановление. Будь, ну, нормальным мужиком и отвечай за свои слова. Здравствуйте. А за что они вас остановили, я что-то не понял? Нет, Сергей Леонидович, вы выехали на красный свет. Да. Мы свидетели, что именно вы выехали на красный свет. Человек ехал на зеленый. Сергей Леонидович. Иди. Не, ну давайте мы сейчас отойдем. Сейчас мы отойдем. Мы стоим на тротуаре. У вас есть регистратор. Да. Водитель, просите, чтобы ознакомиться с видео из регистратора. Там четко видно, что он едет. Я с вами не разговариваю. Иди. Товарищ водитель, я лично видел, как вы ехали на зеленый, как данный патрульный полицейский выехал на красный. Есть записано на регистратор. Давайте сейчас будем смотреть регистратор. Смотри, блин. Вы тоже ехали? Да, я сзади ехал. Так вы на зеленый же ехали все. А мы отсюда ехали. Вот я фуру пропускал, нахуй. Красавчик. Ладно, это страховка твоя с твоей машины. Наша она. Для чего? Наверное, не понравилось. Нет, так есть регистратор. Не то дело. Он сказал, что ехал на красный. Есть регистратор, там где написано, видно, как он выезжал. Он именно выезжал под патрульный полицейский на красный свет. Их светофора же нет. Есть у них. И он выезжал, он вылетал на красный. Конкретно я видел. Да. Сергей Леонидович, давайте посмотрим видео с регистратора. Давайте, вот зараз, да, подивимся? Сегодня не подивимся. Давайте сейчас, для объективности. Сергей Леонидович, давайте для объективности. Это зам начальника управления патрульной полиции, начальник отдела мониторинга, как бы, ну, понимали, это не последнее лицо в новой полиции. Я думаю, что он не будет фальсифицировать, правильно? И для людей, чтобы сейчас все поставить точки над «и», он покажет видео с регистратора, чтобы, ну, чтобы было для справедливости, правильно? Со своего личного регистратора, который стоит на автомобиле. Который стоит и включенный. Оп, регистратор включенный. Ви можете з ними ознайомлюватись? Це не входить в вашу компетенцію. Попросіть водій, щоб вам повернули.
попросіться, нам... Це не ход дії компетенції патрульної поліції. Я стою за патрульним поліцейським автомобілем. Я стою за патрульним поліцейським автомобілем. Мені заборонено виходити на патрульну частину? Згідно чого мені заборонено? Мені заборонено переходити. Мені заборонено переходити, а виходити мені не заборонено. Якщо я впевнився в безпеці, то можна. Сергій Лінович, ви конкретно самі виїхали на красний світ. Водитель реально вообще ехал на зелёный. Давайте посмотрим видео с вашего регистратора. Не на жёлтый, а на зелёный. Та на зелёный, мы же ехали напротив вас. Чего мы развернулись и вернулись? Ты не выезжала, я вам еще раз повторю, намигаючи жёлтый сигнал. Звідки она выезжала? Вона виїжджала не на перехрестя, а на регульований пішохідний перехід. Давайте подивимося відео з вашого регістратора. Мені немає часу. Та немає часу. Так навіть ви тоді доганяли людину. Я повторю, ви хочете поспілкуватися? Я хочу поспілкуватися. Я знаю, що тут є. Добре. Віддайте йому документи з таможні. Це не входить в вашу компетентність. Те, що відноситься до моєї компетенції, я сам знаю. Ні, у нас є відповідь з департаменту України. І ваша юридична допомога мені не потрібна. Так я не ваша допомога, це перевищення службових повномочень. Можете потребувати сутру. Ми не любимо їздити на червоний світ. Так ви їхали реально на зелений. Давайте посмотрим відео з реєстратора для об'єктивності. Сергій Лінович. Сергій Лінович, давайте для об'єктивності ситуації. Я ще раз пояснюю. Поясніть ще раз. Хочете поспілкуватись, прийдете. Давайте для об'єктивності. Ви ж не покажете, ви скажете, що... Та чого ти вбігаєш? Ти сам виїхав на красний, ти чоловіку розкажеш, що він їхав. Давай посмотрим, ну покажи. Будь мужиком. Сергій Лінович, давай покажи. Давайте посмотрим, Сергій Лінович. Давайте посмотрим, ну. Чого ти вбігаєш? Чого ти вбігаєш? Давай посмотрим. Пристегнись, пристегнись. Присоединитесь, пожалуйста, товарищ полицейский. Вам запрещено ездить непристегнутым. Кто? Я вам говорю, вам запрещено ездить непристегнутым, товарищ полицейский. Товарищ полицейский. Покажите видео. Покажите видео. Пускай есть тебе. Что ты как последний трус бежишь? Ну покажите видео, вы же начальник мониторинга. Покажите видео! Вы обвинили человека, что он приехал на красный, при этом сам приехал на красный. Вы же любите сильно объективно разбираться. Давайте разберемся. Так покажите видео! Покажите! Давайте посмотрим видео! Ты последний трус, бежишь отсюда, понял? Давай посмотрим видео, блин! Давай, вали отсюда! Пошли! Тут нема с кем говорить, тут, блин, это что, разве полиция? Пустое место, блин! Сейчас нахожусь в управлении патрульной полиции в городе Житомире. Буду писать как бы скаргу, чтобы провели служебное расследование по поводу нарушения правил дорожного движения Ганским Сергеем Леонидовичем. Я приехал, попросил для объективности, чтобы встретиться с руководством, это или с начальником Гаманюком, или замначальника его патрульной полиции, это Шевчуком Богдан Богданович. Но они когда, как бы дежурный, когда выяснил по какой причине, созвонились и сказали... А нас нету, их нету, они где-то в выезде. Хотя, ну, изначально они где-то были и говорили, что они есть. Ну, там дело. Напишу скаргу, чтобы провели служебное расследование, чтобы затребовали видео с регистратора патрульного полицейского, патрульного автомобиля. Ну, для объективности вот этой данной ситуации, которая сложилась. Камер, к сожалению, на выезд, ну, мне сказали, что нету. Именно камер наблюдения, наружного наблюдения с патрульной полиции на выезд тут нету. Ну, будем писать заявление. Ну, еще более чем уверен, чем оно, ответ какой будет, это ясно. Ну, все равно писать надо. Как-то так.